Творец светит мне светом, светом. Этот свет, которым Он мне светит, больше или меньше, я нахожусь в нем, в противоположной материи, желание получать. И свет, когда светит, он вырисовывает мне в этом моем желании получать разные формы. Деревья там, ну, неважно что, но рисует различные формы. И формы, которые он рисует, называются негативными, негативом. Что такое негатив? Обратные, противоположные. Противоположный свету. И так я вижу мир. Я его вижу в себе. Я его вижу. И теперь, как я... И Теренс тоже спросил об этом. Как я сейчас могу прийти к уподоблению? Так что мне нужно делать? Как я сейчас увижу через всю эту противоположность, когда весь мир... Так мне видится, это весь мир. Как я сейчас могу увидеть Творца вместо мира? Переверни, и все. Переверни. Как только ты можешь перевернуть эту картину, а эта картина, ну как говорят, картина, кадр, фрейм, а на иврите? Фрейм, так говорят? Как только я вижу первый фрейм, в состоянии перевернуть, это означает, что я пришел на первую ступень. И тогда передо мной есть второй фрейм, и третий. И так 125 фреймов, и все. Это то, что мы должны сделать. Но меня даже не волнует, сколько этих фреймов и каким видом. Мой вопрос о технологии. Как я в себе работаю для того, чтобы превратить тьму в свет, а свет во тьму перевернуть? Я должен перевернуть этим свои свойства. Я должен вместо негатива перевернуть его, превратить его в позитив. Так? Как? Так, переход от одного к другому — это в точности и именно Тора, свет которой возвращает к источнику. Это то, что мне необходимо. То есть вся Тора относительно человека, внутри человека. Человек — это маленький мир. Внутри себя я ощущаю Творца. И сейчас я ощущаю Творца в неживом, растительном, живом, говорящем. Все это Творец, который посылает мне себя. Он переписывает себя мне, в себя, вам, в меня. И я должен только расшифровать, может, какое-то другое слово, ну да, расшифровать его. Ну вот это и есть работа. То есть работа в нас, не в мире, не с товарищами, ни с кем, не с Творцом, а можно мне воспользоваться этими формами, которые видятся мне как внешними, которые кажутся мне внешними, и Творец во мне для того, чтобы расшифровать, раскодировать эту форму.